Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор воблера от фирмы Matoma модели Crazy Crank. Данный воблер, как следует из его названия, относится к классу Crank. Приманка достаточно компактная, имеет длину 40 мм, вес 4,2 грамма, заглубление у Crank'а всего лишь 20 см, ну и модель является плавающей. Воблер выглядит вот таким вот образом. Сейчас с разных ракурсов я его вам покажу. На спинке указано название фирмы. А вот на животике вы можете увидеть название модели, а также указан вес воблера, что очень удобно. В головной части установлена небольшая лопатка. Лопатка имеет длину 1 см. Ну и повторюсь, воблер способен заглубляться всего лишь до 20 см. То есть данную приманку можно отнести к классу подповерхностных крэнков. В передней петле установлено качественное заводное кольцо. Кольцо диаметром 4,5 мм. Имеет вот такую вот светлую окраску. Заводное кольцо качественное. Витки лежат плотно друг к другу. Оснащен воблер двумя тройниками. Тройники имеют длину 14 мм. Ну, вот достаточно крупные для размера данного крэнка. Поэтому возможен вариант, что у вас на забросе, например, могут вот эти тройники перехлестнуться. Ну а в остальном тройники очень острые, качественные, надежные. Воблер имеет огрузку в виде металлических шаров внутри корпуса, ну и на проводке издает вот такой вот звук. Выпускается приманка всего лишь в 7 расцветках, но есть как натуральные, так и кислотные расцветки. У меня воблер представлен в цвете Mad Tiger. Данная приманка отлично работает и в водоемах, где течение отсутствует. Также ее можно использовать и на реках, то есть она не боится течения. Игра у воблера высокочастотная, достаточно амплитудная. Ну и основная базовая проводка это равномерная. Также можно использовать и проводку Stop and Go. Данный воблер прекрасно подойдет для ловли головля, дизя, окуня, щуки, ну и другой хищной рыбы. Приманка достаточно бюджетная. Приобрести ее можно в интернет-магазине F-Magazine, ссылку оставлю внизу под видео. Также по промокоду РЕКА вы можете получить скидку до 20% на продукцию более чем 100 брендов, которые присутствуют в ассортименте F-Magazine. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!